Вітаю, шановні громадяни. За перипетіями, які зараз відбуваються в країні і в Верховній Раді, по Онищенку, по іншим питанням, по тарифам, які я не скидаю з рахунків, да, вони зараз це питання номер один перед українським народом, але всі забули про питання до виборів у Верховну Раду, які зараз проходять на деяких округах на території України. Хочу звернути увагу, а саме на 114 округ, він мені, скажімо так, близький, тому що я приймав участь в антитерористичній операції, і цей регіон дуже добре знаю. 114 округ, по якому пан Гарбу став головою адміністрації від БППА, він звільнився, і на цьому окрузі приймає участь рекордна кількість кандидатів в народні депутати – це 107 народних, 107 кандидатів на один пост. Там розгорнулася жорстока боротьба, і боротьба, скажімо, не брезгають нічим. Якщо, наприклад, на Херсонщині Києва там придумав свій інтересний вихід із жіночим общежитієм, то на 114 округу дійшли до того, що побили голову ОВК. Хочу передати слово моєму помічнику, який приймає участь у передвиборчій кампанії. Він трохи хоче висвітлити саме ситуацію, яка в тому окрузі відбувається. Спасибо, Сергій Петрович. Мене звуть Всеволод Філімоненко. Я кандидат в народні депутати України по 114-му избирательному округу Луганської області. Йду як самовидвіженець при підтримці партії 5-10. Хочу сказати, що на виборах в Луганській області зараз не відбувається нічого нового. Як і прежде, йдуть фальсифікації і підкуп избирателей. Два моих основных конкурента – это самовыдвиженцы. Один подкупает избирателей спортивными площадками и пайками по Новопскову. Другой покупает их напрямую, строя сетку по подкупу избирателей в Меловом и Марковке. Также есть еще один кандидат от оппозиционного блока. Он является действующим главой районного совета и мало того, что пользуется поддержкой местных так называемых авторитетных депутатов народных от оппозиционного блока, так еще и используют голоса бюджетников и чиновников, которым уже отдана команда идти на выборах и поддерживать именно этого кандидата. Так сложилось, что этот округ наполовину разделен линия разграничения, и количество избирателей для победы понадобится совсем небольшое, хватит 2-3 тысячи голосов. Это как раз то самое количество чиновников и бюджетников, которое заряжено для голосования за этого кандидата. Ну и мало того, что этот кандидат имеет такую поддержку, они еще и вчера, по моему мнению, организовали избиение главы окружной комиссии Евгения Байрамова. Но на самом деле утверждать сложно, кто это сделал. Но в связи с тем, что это произошло в Северодонецке, который по периметру окружен блокпостами, военной техникой, а город, небольшой, маленький, компактный город, просто кишит патрульными автомобилями, почему-то на вызов полиция ехала около 30 минут и приехала только через 10 минут после того, как закончилось избиение. Вопрос, если полиция до сих пор спустя, не знаю, 12-15 часов не смогла найти в полностью окруженном военными и полицией городе нападавших, я прихожу к выводу, что полиция также замешана в этом нападении. Если это не так, полиция должна в кратчайшие сроки найти виновников и в том числе и выйти на заказчиков. Большое спасибо. Удачи. Мы победим.